Здравствуйте, уважаемые подписчики. Мы продолжаем играть Sniper Elite 2 ремастер. Надеюсь, предыдущая серия вам понравилась. Побег с базы. Это как побег из Шоушенка. Так, одиночная игра. Продолжить игру. Теперь я был вынужден импровизировать. Никто из разведывательного подразделения не сказал мне, что Швайгер наш друг. Он мог мне помочь, нужно было обязательно его отыскать. Была лишь одна проблема. Берлин больше не был городом призраков. Русские прорвали оборону немцев, и сейчас их бронетехника направлялась к месту заточения Швайгера. Фрицы окопались на музейном острове. Я был бы рад дать им там сгинуть, но мне нужно было выиграть время, а значит, я должен был помочь им затормозить русских. Мой план был очень дерзким. Взорвать мост выстрелом с крыши музея и остановить продвижение танков. Затем, пока Гансы и Иваны будут рвать друг друга, я смогу проскользнуть в город и добраться до Швайгера. Ну так, задача-то вроде, так сказать, звучит просто. На самом деле, ни хрена. Давайте посмотрим карту сначала. Так, это зеленый я, желтый это... Забрать снаряжение из ближайшего парка. Ну, я как понимаю, задачи, указатели пути. Ну, давайте. Так, что у меня есть? У меня есть автомат, пистолет, винтовка. Ой-ой-ой-ой-ой. Давайте. А, хуй там. Ой, прошу прощения. Я стараюсь не материться в своих видео, поэтому... Извиняйте. Не люблю, когда матерятся. Да, когда на эмоциях, когда действительно что-то ужасно, можно еще понять. Но когда просто так, я это не одобряю. Поэтому... Ага, враг. Поэтому видео мое основываться непосредственно на культурной лексике. Давайте попробуем как можно больше загасить их здесь. Ну кто ж знал? А вот сейчас я вообще не понимаю, где вы? Меня кто-то прикрывает? Куда вы стреляете? Где ты? Я видел, что ты сюда пробегал. Не надо мне тут лжи и лапшу на уши вешать. Давайте переиграем. Что-то все пошло по пизде. О, прошу прощения, извиняюсь. Все пошло не так. Итак, насколько мы видели, снайпер один лежит здесь. Посмотрим, есть ли у нас здесь уровень шума, чтобы его снять. Или нам придется отвоевывать каждый метр данной глубинки. Так, шума я никакого не вижу. Давайте, вот так. Надеюсь, никто не увидит и не узнает, откуда был произведен выстрел. На тебе, пала! Снесли черепушку. Бывает. На, в голову. Я даже не знаю, зарабатываю ли очки. Ну, зарабатывать-то зарабатываю. А что я от этого получаю, правда, я не знаю. На. Еще один. Я видел там еще один. Где-то прибыл. Где ты? Не вижу. Снайпер.
Давайте, ладно, отдышимся. Ну давай. Сердце, давай. Блин, блински. Убейте снайпера. Я вам убью снайпера сейчас. Я думаю, что меня так быстро загасили? Так. А туда мне как пробраться? Как я понимаю, только по туда. Ловишь, мать-то, на тебе, получи. Блин, близко. Блин, а мне его никак. На. Вот так. Давайте. Вот мне поменять этот автомат надо. Давай, давай, мы успеем. Как бы снайпер не был четок, ему не успеть за мной. Опаньки, опаньки, я виляю как заяц. На, вот я тебя подбил, падлу. А ты думаешь, я так, ага. На честном слове, нифига. Годы тренировок в снайперской школе. Ты же не думал, что я уроки прогуливал? Так, мне надо вот туда пройти. Блин, по карте как-то надо посмотреть. Ну, вроде двигу-то я все правильно вижу. Так. Я еще думаю, может, какие-то... Так, вот здесь всякие мульки, типа бутылочек, золото и тому подобное. Кто хочет, может поискать, конечно, в зданиях. Но я иду на прохождение. Только как это прохождение, блин, связано? Так. Вот так вот, так-то по идее, вот, вот он, золото, вот, про что я говорил. Боюсь, мать-то, да никак и не залезть-то еще. А мне сюда и не надо. Ну-ка посмотрим здесь. Тоже вроде бы нет. Кого я здесь могу увидеть, не знаю. Нет, ну-ка давай присядь и давай двинемся потихонечку вот в эту сторону. Что у нас здесь? Перезарядим, давайте на 17 патронов хотя бы. Блин, вот здесь что интересно, каждый патрон надо отвоевывать, каждый. Если на винтовку тебе дается чуть побольше патронов, вот, то от автомата и от пистолета это надо отвоевывать. Я уже не говорю про динамиты всякие. Так, смотрим, смотрим, как нам пройти. Ты еще, козел, не через все перелазишь. Ладно, давай присядь. Вот всякие бутылочки можете посмотреть, может кто-то и найдет на зданиях либо в приметных точках. Они в приметных точках, так-то можно посмотреть, осматривать. Вот, ну не знаю, это что, это снаряд. Если бы я в него попал, он бы взорвался, скорее всего. Обозначен красным. Так же, как и он, газовая плита. Так, так как мы до сюда дошли. Ну-ка, вот здесь вот может быть что-нибудь. Учитывая, я не думаю, что игра такая долгая. Поэтому я думаю, что где-то здесь что-то запрятано, наверное. Либо место, откуда это видно, указано. Так, на второй этаж мы не поднимемся.
Куда? Туда или туда? Туда или туда? Вот. Боеприпасы. Вот только для автомата нету ни хрена. Вот это что такое? А, это для винтовки. Что мы видим? Херню мы какую-то видим. Так, идем в соседнюю комнату, смотрим. О, стоять подвальное помещение. Очень интересно. Меня это очень интересует, подвальное помещение. Вот, видите? Все принимают брошенное оружие. Комиссар хочет, чтобы его на грузовике отправили в Принцлав. Что внутри? Только снайперская винтовка. Странно. Плазма, что ли, висит? А, это карта. Какая плазма-то в те времена? О, да я хорошо сработал еще. Кстати, как я понимаю, это тогда единственный выход. Давайте посмотрим. ППШ. По фашистам с ППШ. Но почему по фашистам, когда это все русские солдаты, насколько я вижу? Так, где-то я видел боеприпасы. Нет? Подождите. Так. Боеприпасы. Так, я опа, сюда так заверну, так опаньки. Блин, я что, вот это думал, боеприпасы, что ли? Или что? Так, давайте посмотрим наверху, что. Нельзя оставлять врага позади. По крайней мере, на сейчас это точно. Потому что... оживет и нам кабзда. А вот смотрите, да. Так, а что мы здесь имеем? Золото. 100 кусочков. Вот так вот ходить по всяким закоулкам, собирать кусочки, это для тех, кто, как сказать, свое время может позволить распространять. Данную игру, я говорю, я иду на прохождение, чтобы показать вам. Поэтому эти мульки меня не беспокоят. Да, как... ой. Заметили? Так. Вот сейчас мы с Велрот. Велрот, он, бля. Непонятно. Хрен выговоришь. Так, это контрольная точка, как понимаю. Сейчас мы зайдем сзади и... блин, да что ты, тварь-то такая? Вот так. Давайте посмотрим, что нам. Здесь есть что-нибудь? Вот опять золото. Ну, плохо. Так, что у нас здесь ожидать? От того, что мы дошли. Так, забрать снаряжение. Забрать снаряжение из ближайшего парка. Мы забрали? Забрали. Что мы теперь сделали? А, вон наверх. Твою ж мать, ну ты дебил! Кого ты еще не собрал здесь? Ёб твою мать! Вот как такому дебилу? Блин! На, вот камень. Найдите его! Смотрите, падла! Ищите лучше! Он где-то здесь! Всех собрал. Всех предупредил. Вот козел, ты понял, ты то. И в разведку с тобой никто ходить не будет. Ох ты, машина, смотрите, как стоит. Аж на весу. Да ты бах. Это любители подрифовать и тому подобное. Так, я оттуда вышел или нет?
Да, я оттуда пришел, вот два трупа лежат. Их можно, конечно, убрать, но я не буду это делать. Я так понимаю, он здесь вот стоял, наверное, дежурил. У окна. Чего дежурил? Кого ждал? Меня, наверное. Так, выбрать снаряжение из ближайшего парка. Так, а я где вообще сам-то? Ну, я здесь нахожусь, ну. А, вот, где-то недалеко, вот сюда и поворачивай. Вот он. Парк ближайший. Не спешите его убивать. Нет. Спешите. На, блин, вот я говорил же, не спешите. Так, ладно, давайте. С контрольной точки, я сомневаюсь, что она далеко будет. Блин, это что, подвал? Вот я даже запариваться не буду вот здесь вот. Как я помню, там только один остался. Вот здесь вот. Вон он. И он сейчас зайдет. А мы за ним следом. А у нас пистолет с чем? А, правильно, с глушителем. Я понимаю, это советские войска, потому что советские шапки, все советское. Так. Нет, 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 ты нас не видел. Тебе это все показалось. Ух ты, я какой-то бонус совернул, это имею, когда в голову попадаем, что ли. 20 из 25. На. Нормально. А потом мы возьмем Рейхстаг. О, смотрите, как он. Так. А вот здесь вот мы уже научены. Давайте переделаться. 42 патрона. Нормально. Сидят. Вот так. Именно так и никак более. И вот так вот. Вот какой красавчик. Вот похоже же на боеприпасы, да? Ну не знаю, это, кстати, может быть и есть боеприпасы. Винтовка так. Мусина образца 1891 года. Красавица. Русские определенно умеют делать снайперские винтовки. Вот, кстати, чего-чего, ну из Мосинки я бы очень хотел пострелять. Так, давайте возьмем. Если это боеприпасы, то нам их надо взять. Так, удерживайте, поднять тело. Зачем мне поднимать тело? Мне надо посмотреть, есть ли там кто-нибудь. Нету никого. Так, камень у тебя. Камень. Где камень? Вот так. Теперь идти. Так, отсюда я не могу же выпасть. Выпасть? Нет, не могу. Так. Взяли чего-то там. О, машина уехала. Блин. А где у нас гранаты висят? Это не гранаты. О. Бум. Есть. Ну, неплохо, неплохо. По крайней мере. Блин. На. Ну, давайте переиграем.
Перезагрузка. Так, возьмем, если это есть. Возьмем. Так. И что у меня миссия-то какая? Заминировать опоры моста. Прелесть. Так. Гранату мы у какого видели? Они могут поменяться. Поменялись, смотрите. Раз, два. Вот он. Есть. Что у тебя есть? Да. Давай, убегаем наверх. Да, в голову тебе. Хорошо пробил. Еще. Но тут только с боем прорываться, других вариантов я то не вижу. Получил свое. О, кстати, под взрывы тоже надо их подставлять. Давайте. Блин, насколько патронов, я даже не знаю. Этот ППШ рассчитан. Так, смотрим. Блин, кто по мне схреначит, причем так хорошо, так прицельно. Да, это ты и был. Так, вроде даже не видно было из-за травки. Падла. Так. Вот здесь вот по-любому какой-то кусочек есть, я не знаю, золото или чего. Где-то здесь. Или нет. Бутылочка какая-то. Так, где-то тут тело должно быть. Это я точно помню. Вот он. И автомат еще. Ну-ка, давайте посмотрим. Кнопка мыши отмена. Отмена. Насколько у тебя? На 52, но еще не хватает. Ё-моё. ППШ, ты монстр. Ты монстр. Ну, кстати, кто не знает, ППШ спокойно может пробить канализационный люк. На вылет. На раз-два просто. Разрезать его. Поэтому не надо думать, что хреново. Если... Могу ошибаться, но может быть, может быть. В нем заряжен даже 7,62. Так, ну-ка. Ага, нет. А, вот. Тут уже собрано. Так. Здесь мы что делаем? А, здесь мы отстреливаемся. Здесь мы отстрелимся, если что. Так, ну где мы, где мы, где мы? Наверх. Сюда. Нахрена. О! Мы залезли за этот. Твою ж мать. Куда мы, блин, только не лезем. Чем мы сюда залезли -то? Золото. Так, мне надо опоры заминировать. Кто-нибудь есть здесь?
Нету никого. Ну давайте, спускаюсь тогда потихонечку. Блин. Мне кажется, или что, или как-то глюк какой-то. Так, давайте соберем. Я вот надеюсь, моя надежда, что я могу собрать много патронов для ППШ. И перезаряжаем. Ну сколько патронов? На 71 патрон. Это вот, я понимаю, пулемет нахрен. Вот это вот он тебя расхреначит на раз, два. Так, мне надо туда попасть. Понятно. Вот почему. Пока. Ой-ой-ой, меня кто-то видел. Только в эту красную херуту не попади. Успокаивайся. Блин, 82, сейчас опять до 60 ждать. На! Вот так вот. А ты думал, я так посмеяться вышел? Нет. Это, кстати, у меня на выходе ждал. Так, идем к опорам. Падла. Посмотрите, как я его вовремя заметил, да? Идем, 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 идем. Кстати, подписывайся на мой канал. Да, кто не подписался. Ставим лайки. Ну да, оставляем комментарии. Кто как прошел, кто бы как бы мог пройти. Смотрим. Если хотите, можете по плейлистам. Кому какой плейлист понравится. Кому халва, кому снайпер, потому что люди разные, с разными вкусами. Так, мне надо теперь туда пробраться к позиции для стрельбы. Понимаю, защищать надо, значит, получается. А, или когда он поедет, надо взорвать выстрелом. Что больше похоже на правду. Кто спит на посту? Дебил. Вот дебилы. Это, кстати, немцы, заметьте. Так, это я взял для пистолета. Ну, это вот пройти-то, да, пройди. Но не факт, что тут закончилось все. Вон он ходит, как у себя дома. Еще другой ходит. Займи позицию быстрее. Тихо. Пока меня не видели, да? Он где-то тут. Ну хорошо. На. Вроде неплохо. Сейчас он того. Да. В упор-то никто не выдержит такой. Блин, блински. Где ты?
Вы сейчас туда прибежите, меня там нету. Надо занять позицию для стрельбы наверху. Значит, мне надо пробраться только наверх. Но мне надо убить вот этих всех мастеров беговой стрельбы. Итак, опаньки, вот он. Обойдем его. Ты куда ушел? Вы думаете, что все еще там? Но вы глупцы. Особенно, если ты один еще. Было бы вас несколько, еще как-то можно было бы понять. А я вот иду за вами и собираюсь спокойненько. Конечно, Зухтвайса. Вот тебе и пожалуйста. Вот и все. Нет, 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 нет. Нифига, вот так. Сначала на пистолет. Так, надо наверх подняться. Как, где тут лестница? Я бы спросил бы у кого-нибудь, если бы они не были бы так агрессивно настроены ко мне. Так. Вот здесь точно один ходил. Это я хорошо помню. Вот он. Еще один. Который может агрессивно ко мне быть настроен. Ну как может быть? Он так ко мне агрессивно настроен, просто он пока этого не показывал, потому что не знает, что там мое присутствие. А вот сейчас узнал. То есть не узнал. Вон еще один ходит. Потерянный. Так. Ну дебил, с первого раза я не понял, что ему прострелили голову, что ли. Вот они. Вот так. Как можно больше убить их, чтобы как можно было меньше проблем. Итак, надо найти сейчас, как забраться туда. У меня есть карта, как туда забраться. Так, пробраться к позиции для стрельбы. А вот место, куда мне должен пойти. И место, куда я должен прийти. Так. Хорошо, где место, куда я должен прийти? Так, оно слева от меня, вот здесь вот где-то. Вот тут где-то. Правильно? Ну правильно, по идее. Ну я пришел. И как подняться мне наверх? А, вот. Значит, все правильно иду. Так, минировать я пока не буду. Потому что неизвестно. Вот так. Вот диверсионная группа как работает-то. Никто даже не в курсе, что я здесь. Один вроде хотел что-то сказать ему, и все, закрыли рот навсегда. Так, минировать-то я говорю здесь не могу. Опаньки,
А их здесь двое. Успел. Успел. Так. Нет, 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 не надо пистолет. С глушителем. Ну неплохой, кстати, убойный у него калибр. Неплохой. Так, я лучше оставлю эту ППШ. Буду хреначить всех. Я что-то против всех воюю почему-то. Ладно бы против кого-то одного фракции. Не Германии или России. Ну, на тот момент СССР. Вот. Я не знаю, как их еще красными называли, как их называли. Советы. Вот, бутылочка. Смотрите. Блин. Да что ее мать? Вот так. Давайте. Это я себе могу позволить, чтобы вам показать только. Растрата патронов. Хотя я это никогда не одобрял. Итак. Вот я здесь. Так, теперь у меня задача. Подорвать взрывчатку выстрелом из винтовки. Без проблем. Первое. Бум. Или надо было подождать, пока все зайдут туда. Или так и должно быть. Ну не суть важно. Подорвали, подорвали. Сейчас главная задача еще какая мне. Свалить оттуда. Уничтожить русский танк. Ой-ой-ой. А вот это проблематично. Уничтожить русский танк. Кто по мне стреляет вот здесь? Да. Давай, еще разок. Пробил. Так, только одно, потому что приходится своих долбить, ну, в смысле, русских, хотя я играю, я, кстати, играю, хрен знает, по имени кем. Блин. А вот куда я ему должен целиться-то? А, вот сюда. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Уничтожение техники. Покажи, так. Снайпер. Покинуть зону, как я понимаю. Пробраться обратно через мост. Перебраться обратно через... Какой мост, а если я его сам своими руками разрушил? Так. Тут немцы, там русские, советы. Куда деваться бедному мне? Так. На. На. Поясницу, надеюсь, тебе. Перебил позвоночник.
Ни хрена. Кто где-то снайпер сидит? Или кто? Так, давай. Надеюсь, двоих. Давайте посмотрим. Первому. Второму обломку. Вот, на тебе. Пуля и так изуродована была. Так, если я здесь прыгну. А, нет, кстати, смотрите. Что удивительное, мне здесь и надо было. Все-таки я правильно бежал. Пока беги, падла. Беги давай. В голову. Это мне просто повезло. Нате, нате вам. Блин. Ну давай с контрольной точки. Будем вас поодиночке перебивать. На тебе, пробили тебя насквозь. Так. Сколько? Один. Добивание. Что у меня тут еще есть? Так, проходим потихонечку. Проходим. Ой-ой-ой. Все-таки я говорил, кто-то есть. На, в голову. А так бы он нас убил бы. Он мне, кстати, кажется, и добивал нас на подлете. Так, не хотите меня, да, по-хорошему-то пускать? Ой-ой-ой-ой. На. Пробили легкое, на вылет. На тебе. Ну неплохо, неплохо. Тут оказывается на прорыв не пройти. Ну ничего страшного. Я как понимаю, нам пробежать-то надо было всего ничего. Где ты? Вон он, снайпер. На тебе. Пробили насквозь. Я же тоже снайпер. Ты же не думал, что я какой-то там мяфа или лошара, как. Я тоже умею кое-что. Так, это я хрен знает, покуда бегу, зачем бегу сюда. Ой-ой-ой, понял, зачем бегу. Да. Завалили в окне. Но он не единственный был. Вот в чем прикол. Вот он второй.
Еще маленечко. Давай. Серденько, остановись. Череп тебе, падла. Мне и краешка хватило. Итак. Ой, а я что здесь делаю? Можно было что, не убивать что ли их или как? Или не по улице идти? Даже не знаю, как на это реагировать. Так, ну ладно. Так, не надо бежать, мне сейчас дыхание надо будет понадобиться. Так, у нас что? Задание перебраться обратно через мост. О, кстати, недалеко осталось-то. Если сиськи не мять, то как раз. Ай-яй-яй-яй. Золото. Золото, золото. Я беру его только потому, что я здесь уже. Кому нравится, пусть бегает. Пока подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. Так. Блин. Что-то сыкотно. Вроде не сыкло, а все равно перестраховываюсь. Ну вот я здесь. И вот, миссия пройдена. Ура! Давайте посмотрим. Все. Ладно. Увидимся в следующей серии. Пока.